на Руси, душа народа. Нестеров, 1912-1914 год. А кто душа народа? Женщины в сарафанах. Вот этот худой немощный старец, он юродивый или провидец. Вот это душа народа. Или вот этот мальчик, 1912-1914. У нас только в революцию нужно было уйти. А 1914 это уже война началась. Душа народа. Вот она, наверное, здесь и осталась.